А то мы сейчас разобрались, а... Так, толчки, что ли? Всем доброго здоровья, приятного аппетита, кто сейчас кушает. Ну а мы сейчас с Лёхой будем играть в кооперативную игру под названием Serious Sam Double D. Вот, это новая часть, где можно вдвоем поиграть, потому что в предыдущей части, к сожалению, только на одного. Что же за Serious Sam такой Double D? Это Serious Sam... вид сбоку. Здесь есть несколько режимов. Так, сейчас мы настроим, что у нас на геймпадах будет. Здесь несколько режимов есть. Есть арена, челленджи всякие, секретные как бы комнаты. Но мы, грубо говоря, будем кампанию. Только я не понимаю, почему не можем начать новую кампанию. Вот Choose Level. Мы начнем с самого начала, потому что вторая миссия нам не особо понравилась, правильно? Вот, все, погнали. Здесь, в принципе, все те же знакомые персонажи нам, и знакомое оружие. Есть пара новинок, как со стороны противников, так и со стороны оружия. Нажми А. Противники, конечно, порой так удивляют. Ну да, так вот здесь... не было. А, смотри, у нас уже все оружие есть, по сути, сделано. Да. Но здесь мы играем с геймпадов. Управление довольно-таки простое. Ничего не буду по поводу этого объяснять. Один человек может также с клавиатурой играть, ничего не испортится. Впечатление. Двухстволка. У тебя в штанах? Чего? Ну вот, пожалуйста, это вот одноглазики. Я не помню, как они называются. Поэтому мы будем их по-своему называть, правильно? По ним, кстати, можно прыгать. Долго, как на батуте. Бабуте. Воу-воу. Так, ну тут нам объясняет определенный момент игры. Таблетки. Таблетки. Колеса. Там, кстати, тоже были таблеточки, да, помнишь? Да, они самые-самые этот минимум давали. О, вот эти вот скелетроны. Их лучше, кстати, с двухстволки мочить, как, собственно, в оригинальной игре. Разлетаются сразу же с одного да, выстрела. По костям. Вообще, кстати, клевую игрушку, по-моему, была Сириуса. Так, перепрыгнешь? Да. Фигна. О, здесь нам нужно вот эту подвигать. Блин. Двигаю. Все. Не сдохли. Так. Здесь, угу. Кстати, хочу сказать, что есть инвентарь. Нажми на X, показать просто инвентарь. Не жмется? Ну и фиг. Видать, нам по обучению еще он дальше покажет. Пойдем. Ладно, так. Вот. И еще есть улучшение оружия. Скоробей. Они, кстати, уносят-то. Да. Только нам надо, видишь, перед тем, как. Блин, а че у меня какая пушка-то дряхла? Пойдем. Иду. Да, если противник умирает, его можно воскресить. Только почему ты... Ага, вот, подходишь и собираешь все, готов. Крестики. Пойдем. А эти скоробеи-то мочат? Да нет, не мочат. Пойдем. Действительно. Зынь. Зынь-ля-ля. Ой, осторожно. Наси готовенького. Ой, блин, чуть не ушел. Осторожно. Завизжал. Сейчас тебя выручу. Лучше бы не выручал, нафиг. Может, фиг с ним? Да нет, чё это, я тебя это, вылечу. Я просто такое чувство, то сейчас на шипы нарвешься. Нет. А, смотри-ка. А чё я не встаю? Вылечишь. А, все. Вылечишь? А, тебе? Ну, да. А если бы я был мертв? Ладно, пойдем. Значит, тогда была бы другая история. О, значит, таракан вход. Какой. Таракашка. Стреляй! Мочи их. Блин, а чё мне какой дул дурацкое? Бомбовик надо брать. Бомбовик, да ну нафиг. А кстати, что тут за кинокамеры вылетают? А я не знаю, какие-то радиоприемники. Я сначала подумал, что это валюта, но на самом деле это не валюта. А, давай покажем это. Здесь есть этот, как его, секретка, по-моему, здесь. Да. Очень интересно. Банан! Банана-бомба! Я сначала думал, это бонус. А слушай, мы его не пропустили, или бонус? Или он здесь? Нет, он тут где-то. Не-не-не-не-не. Там, короче, бонус был, есть такая штука, коробка, самая бесполезная вещь в мире, еще видео. Когда ее пытаешься открыть, оттуда вылазит рука, и я снова закрываю ее. Ух! А, блин! Ну, пожалуйста, камикадзе. То есть все... А, они дальше будут, по-моему. Все знакомые. А, блин! Они много уроны. Я до сих пор помню вот впечатление, когда в оригинальной игре вот, знаешь, слышишь крик и издалека бегут эти. Особенно если пространство еще замкнуто, убегать некуда. А, ну обычно они на больших пространствах такой толпой бегут.
Бывает, что и нет. Ну, кстати, антураж, в принципе, тот же самый, как в оригинальной игре. То есть египетские всякие пирамиды, там, не знаю, песочные дюны. А, блин, он еще жив. Пойдем, пойдем, а ты сейчас помрешь. Хипы бери. Мое. Вот здесь, наверное, внизу секрет. Надеюсь, мы ее найдем. Вот она здесь. О, точно, вот сейчас ребята увидите. Видите, сам бесполезная коробка. То есть ты стреляешь. Сейчас. Пык, он раз, закрывается. Прицел убери, чтобы видно было. Ага. Вот, смотри, все. Сейчас. Бак. Я попробую туда сейчас запрыгнуть. Стреляю, я попробую туда смыться. А, смысла нет. Да не, ну все, пойдем. Такая бесполезная. Блин, штука. То есть такие секретки, я думаю, очень прикольные. Не встречал еще раньше такого. Ладно, пойдем. Но все Йосемит там тоже полно всяких. Я помню, было. Там была какая-то секретка, что ли. Блин, что-то с уменьшенным связано было. Я помню, что этот там маленький бычок выбежал из норки, с которой обычно скелеты вроде бы убегали, а там бычок. Вот здесь еще есть магазин. В этих магазинах вы можете покупать всякие улучшения. Еще вы можете покупать патроны. Вот сейчас мы их купим, да? О, пожалуйста. А еще я помню, один раз заметил странную пальму с очками. Я в нее выстрелил, а она на меня напала. Прикинь. Напала? Да, серьезно. В первой части Serious Sam. Нормально. Кто не знает, поиграйте, узнает. Не, лучше. Кто знает, тот поймет. Вот так. Потому что игрушка действительно, это, грубо говоря, прародитель таких игр, как Painkiller. Ну, собственно, Painkiller-то в каком-то можно назвать уже такая старая игрушка. Сейчас тут в этом стиле, ну что последний вышло, какой-нибудь будет шторм, я не знаю. Блин, я думал, ты снизу ставишь, это какой-то чё. Нет, не я. Возьми. Так, ну сейчас тут у нас должен быть друг встретить, знакомый. Опа, раздавил. Надо намедленно все сделать, но неважно. В общем, это вот эти цыпа-роботы. Мочи, но здесь уровни короче и более разнообразные. Ну, по сравнению с чем? Чем с компьютерной... Ой, с чем? В общем, ну с той версией, с оригинальной. Думаешь? Угу. Тут гораздо быстрее проходишь. Ну, мне кажется, что разнообразность тут еще как бы сложный вопрос. Но... в 2D тоже видится как бы игра. То есть, вот, допустим, как есть там Doom, или как там... 2D это игрушка. Мне что-то они не особо понравились. И Contra 2D это же самое, там, вид сверху, который. Что ты как-то в этой, так скажем, в таком пространстве она не очень хорошо себя ощущает. А тут, в принципе, как бы такой, знаешь, Contra, как бы. Сама по себе. То есть такая стрелялка. Интересно. Так, ну, в принципе, все это, да, это миссия первая. Uh-huh. Вот мы сейчас просто пока. Я не знаю, к чему вот это. Этот трешак. Мы особо не будем в него вдаваться. Вот мы его быстренько прошли, нажми Лёх. А еще раз. И мы буквально здесь пробежимся еще 2 минуты, не больше. Вот. Вот вторая миссия, что из себя представляет, она вот уже такое замкнутое более пространство. Видно. О, там кстати, пила, кстати, наверху есть. Вот тогда не достали. Да, не знаю, как ее забрать, откуда. Непонятно. Слишком да, часто. Наверное, фиг с ним, да? Ты пока не можешь там стрелять. Ты что, Сталин, что ли? Нет. Платформу я имею в виду. Не, вот там был труп, как ты видишь, под химич чуть-чуть вот туда. И они долетели. Чуть там. Вот это, кстати, инвентарь. Вот, кстати, там пошёл нафиг. А вот это что такое? Ты каких-то улучшений не слышал? Нет, я просто как будто взял. Ну, переместить можно в слот. Стойка. А это не тентакли случайно надо. Тентакли? Пойдем. Не знаю, короче. А, тут, наверное, секретка опять же. Тут надо вот так. Вспомнил. О, молодца. Никогда не играл, но знаю, что надо делать именно так. Ай-ай-ай. Ну-ка, почини меня срочно, мне плохо стало. Быстрее, Мих. Сейчас. Интересно, где у тебя там хилка? Блин, с ней тяжело идет он. Я помню до сих пор в оригинальной игре эта бензопила была просто огромных размеров. Лех, ты что, совсем умер? Нет.
Все, вот. А, это я сколько успел тебе здоровья, столько да. Это. Пойдем, пойдем. Стой. Да, тяжеловато. Ну ладно. Ну, наверное, сейчас. Она хорошая для ближнего боя. Че проверим? Действительно. Ну, пилит вроде смачно. О, видишь, тоже секретка. Ну, то одни секретки, по сути, заметили. Тайники. Дыники. Койксы. Здесь, пожалуйста, видишь. О, Лех, я еще. Тебя кто-то запилил там, кажется. Тебя запилили, а не меня. Установи. Блин. Я не знаю, где у тебя хипы. Сейчас ты так должен встать. Встал. Лех, я нашел секретку. Вижу. Кришня. Вот эти коннекторы, они нужны для, по-моему, этого. Непонятно для улучшения. Чего. Для улучшения. Так, стой, что-то есть, гляди наверху. Я вот, кстати, не знаю, что с ним делать. Может, спилить можно. Ладно. Ну что, давай еще буквально пробежимся вниз и пойдем. Рикошет. Пам. Пам-пам-пам. Ладно. Очень. Нельзя не показать то, что снизу есть бонус. Тоже секретка. Про шкафт, что ли? Да. Да ладно, фиг с ним. Нет, даже. Надо показать. Ну давай, прям до него добежим. Ладно, бегом. Давай. Мы сейчас одну секреточку покажем еще. Быстренько до него добежим. Давай тогда прям вообще. А где она? Ну она еще даже в следующей миссии. Да ладно. Ой, блин, Лёх, там это, осторожно, шипы. Пойдем быстрее, иначе не покажем. А, блин. Давай. Быстрее. Да не нужно, в жопу себе засунь свой товар. Вот здесь где-то, да, будет сейчас? Не, здесь это конец еще только миссии. Да ладно, как? Да. Здесь надо аккуратно, правда, вот от этих купырей. Какой у тебя самый такой, ну, как сказать, запоминающийся враг был, Сириус Сэм вообще? В оригинальных, не считая второй части и третьей. Если в оригинальных... Ну, если штатные имеются в виду враги. Ну, да, там. Бычок, конечно же, тыква. Бычок. Вот. Что за тыква? А, вот такой вот есть. А, с бензопилой. Нападал, да, такой. Это в зимней миссии, да? Нет, не только. Он выбран на протяжении всей игры. Да. А, да, есть там. Лех, меня убили. У тебя мало очень жизни. Беги вперед. Сейчас. Красный. Красный, куда ты едешь, да? Ну ладно, здесь сохранение очень даже спасает. Давай не будем нажимать эту кнопку, пожалуйста. Блин, давай. Она открывает просто без меня. Стреляй! Не умри, давай, держись еще. Ты, блин, макака там. Слушай, молодцы. И у тебя как раз перезарядка вовремя. Я знаю, конвейер. Они что, как долго-то? Может, они так без конца? Они без конца, наверное, будут. А почему красный не выехал? Стой. Фух, все, отстали. Пойдем. Тихо. Ладно, без меня. Без себя, точнее. Давай по-бырому. Без себя. А, вот здесь, по-моему, какая-то жесть. Какая-то. Да. Все, давай без этой миссии. На этом закончим. Не, погоди, там только снизу надо, в общем. Лех, блин, это я здесь, оказывается. Ну ладно. Там снизу. Все, в общем, ребят, это был Сириус М Дабл Ди. Дабл Дай. Вот, в общем, в принципе, я думаю, здоровская игрушка, вдвоем поиграть, обязательно качайте. Но она называется, по-моему, Сириус М Дабл Ди XXL. Первая часть просто не кооперативная. Вот. Ну, в общем, всем хорошего настроения. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я не знаю, там, кушайте борщ, будьте хорошими. Всем пока.